Масштабное учение проходит по инициативе Министерства здравоохранения страны. Инфекционные болезни всегда были спутниками человечества и продолжают свое шествие по миру. На сегодняшний день, отмечают специалисты, насчитывается 1500 инфекций. Бактерии и вирусы постоянно меняются и становятся устойчивее к лекарствам. Поэтому быть начеку нужно всегда, тем более в условиях современной угрозы. На африканском континенте вирус Эбола унес уже более 5000 жизней, и в зоне риска может оказаться каждый из регионов страны. На финансирование здравоохранения из всех источников в 2013 году губернатором края Александром Николаевичем Михачевым было выделено 57 миллиардов рублей. В текущем году уже выделено 59 миллиардов. И на 2016 год запланировано выделить 65 миллиардов рублей. Подобные инвестиции в здравоохранение, я думаю, что, учитывая, что мы знаем, что здесь из 60 регионов присутствуют, я думаю, не каждый регион может похвастаться таким вложением именно в здравоохранение и тем самым борьбу с инфекционными заболеваниями. В практическом цикле усовершенствования участвуют 182 инфекциониста и эпидемиолога. Задача учений – за 2 недели отработать алгоритм действий медицинского персонала в случае подозрения на особо опасную инфекцию. Своеобразная проверка сил. К счастью, Бог нас миловал, таких ситуаций у нас нет, но вместе с тем настороженность обязательно должна присутствовать. И вот цикл, который сегодня открылся, и те учения, тактика специальные, которые сегодня проведены, они призваны продемонстрировать алгоритм действий медицинских работников, медицинского персонала, врачей, медицинских сестер, алгоритм межведомственного взаимодействия, потому что здесь задействованы не только силы и средства системы здравоохранения, но и наши коллеги из других ведомств, это и МЧС, и Минобороны, Роспотребнадзор, это и миграционная служба. На сегодняшний день мы констатируем, что мы готовы противодействовать современным биологическим угрозам, вместе с тем ни в коем случае нельзя расслабляться. Сегодня в показательном тренинге участие приняла первая группа медиков. Последующие учения, отмечают организаторы, пройдут в условиях более приближенных к реальным. Ведь цель врачей более чем серьезна – научиться правильно предотвратить угрозу заболевания, локализовать пациента и оказать ему всестороннюю помощь. А также, что немаловажно, защитить самих себя. Средства массовой информации сейчас про Эбола говорят. А кроме Эбола, великое множество других инфекционных заболеваний, которые могут вызвать подобный эффект. Подготовка должна быть все время, ибо в каждый момент мы можем встретиться с особо опасными инфекциями. А для этого надо с ними что? Уметь бороться, не теряться и уметь организовать встречу с этими инфекциями. В Сочи тренинг проводят по одной причине. Здесь в рамках подготовки к Олимпиаде накоплен большой опыт подготовки мероприятий, направленных на недопущение возникновения вспышек инфекционных заболеваний. Что же касается вируса Эбола, то в ближайшие месяцы ожидается появление новых средств лечения и вакцин, в том числе и в нашей стране. Ольга Десятова, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.